Поздравляю, вы ничего не видели. То, что я не поменял сцену. Окей, еще раз. Короче, тут ничего интересного не было. Я прошелся сюда. Дошел до этого штуки. То есть это вот здесь, сюда. А, зажег здесь костер. У меня торкса NPC, Анастасия, у которой был нож мясника, я ее убил. А, подобрал здесь два справочника. И все. Блин. Я забыл переключить сцену. Да, вы просто ничего не видели. Только слышали. Может, я еще и микрофон не включил? Окей, ладно, хотя бы микрофон включил. Давайте, ладно, еще раз. Ну, там ничего интересного. ПВП было скучно, я убил ее там очень легко, у меня еще кровотечение прокнуло, она даже не похилилась. Далее, я нашел два справочника здесь. Кочевника 14. То есть, смотрите, у меня есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. То есть, я где-то пропустил 8, не знаю где. А 14 добавляет горшок яда с веревкой, ядовитый костяной дротик. А, это вот эта штука. А, при попадании вызывает накопление яда. Нужен горшок внутри смеси отравляющих веществ. При броске вызывает у врагов накопление яда. А, нужен ядовитый гриб, которых у меня нет, ядовитый цветок. Также и на веревке. То же самое, только с веревкой и вот такая штука. А, дешевый рецепт, ядовитый цветок, тонкие звериные кости. А теперь также второй нашел рецепт, точнее этот ключ. Это справочник проповедник, у меня есть 1-2, я нашел третий. Добавляет маринованную птичью лапку. А, это вот эта штука, которая повышает шанс найти предметы. Очень дешевый крафт, кроме вот рябины у меня много, светлячков много, а вот 4-палой лапки у меня нету. Да, это мы уже видели, так что окей, не слишком много пропустили. А, пропустили ПВП против Анастасии. Я не помню, кстати, как полностью ее звали там. Или ее просто так и звали, только Анастасия. Короче, у нее была броня какая-то тканная. О, это, кстати, новые цветы, да? Нет, это, по-моему, уже видели. А, у нее был нож мясника, который не выглядит как нож мясника, но похож, и атаки были похожи. А, отличное начало новой локации. Кстати, по идее, это звездный пуш. Пустоши вроде называлась. Что название, я не помню, показывала, нет? А, также я тут костер зажег. Так, давайте эту штуку еще раз прочитаем, я уже читал ее. А, повелитель Готфри в конце своих поисков, его золотые воины доблестно сражались. Увы, благодать потускнела и источилась. Да, ничего не понятно. Вячие цветки из листьев ферта. Блин, точно они у меня были? Давайте проверим. Ну, немного было, короче. Поблекший, да. Это где-то мы их находили, не помню где. Может быть, даже в этой же лодке. А вообще, я хочу... Странно, тут такой домик был, я его видел издалека, но здесь сейчас его не вижу. Окей, ладно, я не знаю, куда я хочу. А тут древо. Туннель, ну это с другой стороны он где-то должен начинаться. Блин, карта выглядит пока так себе. Пойдемте по мейн этому дороге. То, что я не знаю. А, тут, кстати, да, вот эта штука тоже видел. Ага. А, ну это собаки. Причем из третьего дарка. А, это самый противный. Падает кровь монстра. А, на какой-то... А, это, кстати, да. Молниевая смазка с нитью. Новая. Но у нас была вот такая. Это просто на веревке. Так. Ломается. Так, стена из лавы. Лавовая стена. Точнее, огненная стена. Да, вот звездные пустоши. Ломается. Нет, урон не наносит. Видимо, это против зверей, чтобы звери сюда, типа, не ходили. Окей, что у нас тут? О, еще один костер. А, какая-то огромная ворона? Что? А, нет, по-моему, она маленькая, она просто из-за того, что сидит на дереве, выглядит большой.
Там еще кто-то ходит. Окей. Ладно. Это домик. Нет, ворон, по-моему, все-таки огромный, я не понимаю. Просто непонятно, где она сидит. Как далеко. Нет, она, по-моему, далеко сидит. Да, тут целые руи... А, еще одна. Красная гниль. Да-да-да, вот красная гниль, тут ноги ее. Она поразила все. И звездные пустоши, и селью город магии, и скоро нам всем придет конец. Нет? А личинка бабочки новая? А кладовская бабочка с полупрозрачными крыльями. Встречается крайне редко. Эта бабочка словно соткана из эфира и всегда выглядит так, будто только вылупилась из кокона. Окей. Я думаю, мы их тут будем находить. Периодически. Ты живой? А ты кто? Сначала... А-а-а, что у тебя такое? Красные гнили тоже, да? Окей, новая локация, новые враги, новые все. Только вот ночь. Вот ночь не новая, и ночь мне не надо. Я же только что скипал до дня, разве нет? Или наоборот, нет. Давайте день. О, небо красным стало, да? Только что было синим, лол. Музычка. Блин, музычка здесь интересная такая. Капец, чуваков ХП. Это... Ой, а, штука. Против штуки у меня есть вот это. Специально не убираю этот поджиг, чтобы он у меня был, чтобы был огненный урон именно. Вообще, я лучше бы взял другой какой-нибудь спелл. Что, мы, получается, к древу идем? Потому что я не знаю, как тут все исследовать, что-то... Только проходов, тут какая-то толпа зомбей, скелетов. Вы кто? Скелеты вроде бы. А, это те чуваки, которых я только что убил? Одного. У них всех до хрена хп. Так, они что-то... Что он за голову схватился? Они бьют? Ну, это, короче, обычные зомби, только теперь покрытые гнилью зомби. Да-да-да, не по мне это гнили. А что будет, если меня травануть? Не знаю, хочу ли я проверять, там еще какие-то штуки вдалеке я вижу. Бля, я не знаю, хочу ли я их убивать еще. Потому что у них такое много. А дропа с них ноль. Душ за них не дают. Это, по-моему, драп у них. Да, это, короче, обычный... Нет, что-то падает. Давайте убьемся. Да, вон падает с этого чувака, что-то упало. С этого давайте посмотрим, что падает. А, грибы, блин. Да. То, что надо. И, добралось. Тоже гриб, но не убьем. Так, прощай, лошадка. Главное, я не прощаю, да, вот. Не попал, поэтому. Они, кстати, сплочат с перекатом. Довольно интересно. Бэкстепится также. Да, с ним только грибы падают. А, окей. Так, пачку убили. Убивать такие группы, я думаю, буду, потому что мало ли, убьют пачку, если из них босс вылезет. Так, здесь древо. Ага, 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 знакомая штучка. Показывает там, где данж, но, по-моему, он как-то
Добраться до него это не такой. А, это прямо снизу. Нет, вниз мы, кстати, наверное, сейчас спустимся. А, знать бы только как. Там кувшины разбитые. А, много кувшинов, фига. Давайте вниз пойдем. Вниз выглядит довольно тупиково. Надо найти только этот спуск. Где спуск? Нет. Ну, вот это похоже на спуск. А как это вообще? Где это? Окей. Это, кстати, похоже от того костра, который первый я нашел, ближе будет. Так, а мы тут были? Мы же тут костер зажгли, да? Да, вон я его вижу. Да, вон там стена промелькнула. А где-то здесь должен быть спуск. Ага, вон он. Да, наоборот, я уже где-то здесь поднялся, нигде не надо. Вот сюда пойдем сейчас, налево. А вы кто? По-моему, это, кстати, чуваки, в которой... броне которых я хожу, только у них вместо дерева... Да, это они. У них камень. И с них... А, кстати, по-моему, с них обычный подсолнух падал. Это другой? Ой, найс, он спрыгнул. О, он травит. Да, с предыдущей точно не травили. Я их ваншотал, может быть, и травили, я не знаю. А, нет, это призывать других людей. Я думаю, тут этот Клин Марик стоит. Это не он. Так, погнали тогда вот в эту часть. А, нет, стоп, я здесь был. Здесь костер. Да-да-да, здесь костер. Я уже здесь был. Там я все посмотрел. Погнали тогда здесь. Да, по берегу пройдемся этому. А, что это чувак сидит? Не вставай. Ничего не выпало. Там это еще сидит. Жесть, тут музыка. О, тут призывать можно. Что-то интересное, значит, да? А что-то тут интересное будет сейчас. Там еще чуваки на деревьях, на ветках, точнее, сидят. Наверное, не смогу до них уже добраться. Здесь их очень много, реально. А, я не сказал ускорение. Убили? Ну, у меня, короче, я не знаю, что-то лошадь не побежала. Стамина, что ли, не было? Найс, меня убили. Ой, это не тот костер. Стоп, нет, не-не-не-не. От этого костра пойдем. А, и там появилась эта штука, которая показывает, куда идти. Окей. Леющий храм. Стоп. Что? А, не в ту сторону. Лол. Так, как здесь подняться? В объезд только? Так, ну эти чуваки двухшотаются, но меня что-то они очень легко забрали, так, без проблем. О! А, вы это видите? Чувак улетел? Нет, он упал, но он не улетел. Это видите? А, кстати, помните, Александр говорил нам, что он хочет пойти на арену с... на фестиваль военный какой-то там, боевой. По-моему, это оно. Ну, едет уже. Прыгни. Блин, из-за того, что там... Кривой ландшафт. Шатка криво управляется. О, день стражи. Ну да, это моя броня с ним падает. Возможно, если... А, блин. Блин, спрыгнул. Можно, короче, я думаю, здесь тоже с них фармить эту броню. Но в первой локации они с этого удара умирают. Так, стоп, у меня есть противоядие. А, так, давайте сделаем. Блин, опасные челы. То, что с двух ударов умирает. Это кто? Это тоже он? Да, это он. Так, там вот я умер. Вот это убьем. О, это ваншот. Ну, потому что... А, потому что удары скрытности.
Да-да-да. А, уже идут со мной, да? Давай тогда души залутаем, фасту. А, в смысле, блин, нет. Давай, 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 убирайся. Где они там? А, втором не попал. Это ведь похилился, тут их вроде много должно быть. Не все вроде сагрили. Нормально, да? В прошлый раз почему-то прям куча какая-то сагрил столпа. Или это дальше было? Вот и дальше было. Нет, удар. Да, я сейчас снова выформлю еще раз этот сет их. Теперь у меня фуловый и так. 2-2. О, это в пак был. Ну-ка, слезай. Слезаешь? Неохотно надо делать. Кстати, мне нужно, наверное, самому к нему подниматься будет, потому что там предмет. Там лежит предмет. Я думаю, к нему можно попасть только сверху, либо... ну, навряд ли я отсюда попаду, но сверху 100% до него можно добраться. Давай, 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 лошадка, хорошо получается. Малая древоэр. Это было, кстати, неплохо, мне кажется, я могу это сделать. Блин, там чуваки сражаются где-то вдалеке. Так, стоп. Просто... Блин, даже на первую штуку не запрыгнул. Может быть, с первой штуки сразу же пытаться к предмету запрыгнуть? Ай. Одним прыжком? Кстати. Блин, мне кажется, это намного проще сделать просто, если я приду с другой стороны. Ай, что с тобой? Не так, лошадка, давай. Ну, короче, здесь супер криво едет. Что сваливается. Ну, блин, вот, что это за прыжок? Короче, да, она не может ехать по этому бревну ровно почему-то. Вот я туда жму. А, вот, нормально. Ну что, почему в другую сторону-то вообще? А, ясно. Ладно. Вверх это забирается и все. Во, кандарики. А, блин. Это когда слишком часто повторяются боссы, уже немного надоедает. Надеюсь, ты тут один. Воплощение древа R. Тем выглядит по-другому, но я думаю, анимации точно такие же. Что? Окей, ладно, окей, ладно, ладно, все, я понял. Да, ладно, это другая была атака. Но в предыдущих такой атаки не было. Короче, она навоняла, когда прыгнула. Предыдущая просто взрывалась, поэтому там можно было задоджить взрыв, и все было окей. Блин, душ бы собрать, там потому что много душ. Ну, почти целый левел. Да, пропусти, блин, дай пройти. Боже. Просто не смог пройти. А, таргет, блядь, таргет. Боже. Короче, таргет, спасибо за руину. Я не подобрал души еще? Да ладно, боже. Как я души-то не подобрал? Я же прошел даже по ним. Что вообще с таргетом случилось? Почему он не наделся? Наверное, 5 раз нажал. Ладно, плевать тогда на душу. Первый таргет не дал мне его забрать. Это такая же атака. Вот эта атака получается. Что, да? Чего сейчас это делать? А, в смысле, в смысле, в смысле? Что? Чего, блин? А что мне делать? Мне туда типа отходить? Совсем далеко убегать? А как она? Может, она в какую-то определенную сторону травит, только я могу в другую сторону пойти, там все будет окей? Вот что мне делать? Ну, убежал, и что дальше? Пропал это что? Могу снова не играться с ним.
Я, по-моему, нельзя запретить, кстати. Предыдущие, по крайней мере. Так, мне здесь нет врагов. А, и я эта штука до сих пор здесь. Кайф. Пошелся по всякой фигне тут. Ай, ладно, не затанил. Сейчас прыгнет. Прыгнешь? Арги как странно мне ставится. Тут еще, по-моему, в другом месте был. Так, вот это что такое? Тут... А, тоже бежать, да? Да, бежать. Тут немного тесновато для бега. Прыгает. Убегаем еще. Выбора особо нет. Так, воняет. Вроде перестал. А здесь, блин, нет. А, так, стены. Слишком близко. Стоп, она хп хилит, что? А что делать? Ай-ай-ай-ай-ай-ай. У меня есть маска против этой штуки. Я хочу посмотреть, в какой момент она хилит хп. Вот в эту, да? Стой в этой штуке. Я почему-то хилю хп. Нет, он вроде не хилит. Это я так мало снял, типа? Может, она когда меня дамажит, хилится? У меня, блин, и мне... Ну, ладно. Не знаю. Ну, вроде нет хила никакого. Ой, блин, какие классные атаки. Какое классное комбо. А, атаки, пожалуйста. Ой, опять не затанил. Не похилилась вроде. Хотя тут что-то с... Вовремя. Потому что 3 был 151, вроде больше у нас стало. Классная тактика. А, не будет третий, да? Да блин, не в той стороне скажу. А, куда мне бежать? Жалко, никого нет. Спасибо. Да в смысле, а можно перестать это делать? Я спрячусь, да? Ай! В смысле убила? Да за что? Ну блин. Спрятался, проверяйте. А чё у меня хп не было? Где я хп потерял? Мне оказался фул. Что-то не уследил за хп. А, ладно. Ну, тактика найдена. Давайте... А, я не возле костра. У меня душ нету, погнали, короче, быстренько. А, перебафаем с этот сетап, поменяем. Заклинаний. Тебя и все. Так, посох у меня есть, посох есть. Так, какую бы на сторону в эту? Погнали, все скипнем. А, погнали наверх, короче, предмет заберем сверху. Поедем к ней. Короче, хилится, я не знаю, я не понял, хилится она или нет. А, но хп подозрительно. У нее стало, мне кажется, больше. Я, может, перепутал свою позаску с ее. Так, где это спрыгивать? Вот здесь, сюда. Потому что дальше уже идет она. Чел были... Ну давай, прыгай, лошадка. Что-то вот лошадь иногда очень странно себя ведет, на самом деле. Так, ну ты где-то здесь. Подсказка, это возле тебя прыгать. О, блин, чел, уйди.
Эти корни напоминают второй Dark Souls, лес павших гигантов, где ты тоже по корням уходишь. Я застрял. Ну, давай. Прыгать вообще можно, кстати. Там прыжок. Да, отсюда явно проще пройти. Иди отсюда, чел. Дай мне предмет. Это... руническая дуга. Кстати, забейте. Блин, мне эта дуга выпала с крысы обычной. Вообще не знаю, что это за дуга такая, которая падает с крыс. Что она делает, я, кстати, до сих пор не понимаю. Так, здесь можно убежать, чтобы агро с этих чуваков снять. Или они... Хотя вроде не и так не агрится. Я бы не хотел, чтобы какой-нибудь из них мне в спину зашел. Погнали. Агро снимем и нормально подберемся. Я это имел в виду. И пушку еще не забафал, поэтому это был трай специально, чтобы умереть. Все, теперь можно драться нормально. Чё, у меня хп не было, не фул, поэтому... Фул хп поинтереснее будет. Прыгни? Ну, конечно, прыгни. Так, надо за своим хп следить, и за ее, кстати, а то, мне кажется, она реально там хилится. Это хорошо, кстати, потому что я верну ее обратно на это место. А, да, хп тратит. Все, я понял, как она мне тратит хп. Я в прошлый раз не видел. Там, по-моему, до сих пор эта штука, да? Я в ней? Нет, не вижу. Блин, а можно поменьше прыгать? В смысле? Блин, что так пугает? За что? Что я сделал? Нет. Это дело немного. Так, там до сих пор эта штука все исчезла. Кольцо спасло, надеюсь. Блин, надо спрыгнуть. Так. Перестань. Как я, блин, этот стол попал в прошлый раз? А можно, блин, побольше вот это кастовать? Мне так нравится бегать, там весело. Ой, блин, чё, окей, это сзади меня ломалось. А так могу делать, интересно? Нет смысл. Ты можно заслонить? Я не знаю. А, на второй. О, можно, по-моему. Кстати, это халява? Блин, так и в прыжке это супер халява, потому что многих реально боссов ты просто станешь. Да, блин, это очень плохо. Ай, блин, ты прыгни. Короче, повертаемся. Умер. Жив, кольцо спасло. Кольцо, стоп. Я в жиже. Нет, не в жиже. А, я даже не ударил. Думал, что я прыгну, перекачусь. То, что не сразу... Да, ё-моё, перестань. На тебе. Блин. Ноль хила, кстати. Ай, блин, как же это такая надоело. Сейчас опять попадет меня. Ой, кайф. Какой классный босс-файт. Да, задамажь меня, конечно. Еще круче. Чаще попрыгай. Блин, вот стеночки, плохо. Если сейчас опять свою хрень сделает, то... Где? Ладно, пока не сделала. Сделала. Хотя, да, мана фласка еще есть. Давайте видим ее. О, полетели. Ух.
Ой, я затаймил, что? Я там бегу. Мне прибежали. Вроде уже. Ой, сейчас взорвется это. Давай ты прыгнешь. Давай прыгни. Ты же так часто прыгал. Успей? Есть там вообще куда бежать? Окей, куда ты прибежал? Нет, не затаймил. Блин, затаймил, что? А, не вижу. Это опять оно. Не бежать некуда, кстати. Я охренел, стою. Ой, здесь что-то есть. Жадничаем? Жадничаем. Окей. Ух, это басфайт, да, это немного посложнее оказалось, чем с предыдущей такой штукой. 9600 у нее дали, нифига. И две слезы. Пламенные и зеленые. Ух. Реально, что-то это нервно было немного в конце. Вот это и зеленая какая-то была. У меня была пролитая зеленая при добавлении повышает выносливость. И разорвавшаяся. При добавлении временно повышает скорость восстановления выносливости. А кристальная слеза, которая веками зарождалась там, где благоденствие древа Эрт коснулось земли. То же самое, да? Да, то же самое. Вот это, кстати, это как вот это. Это получается усилить заряженные атаки. А ты что делаешь? Временно повышает силу атак огнем. Окей. Огня у меня нет. Отличия тоже нету. Окей, бесполезные эти штуки.